Здравствуйте, мы начинаем свою историю с нуля. Начало новой эпохи, начало новой страницы. Понимали, что наше путешествие начнется со многих приключений в новом мире. Высадка на китайскую землю была для многих сложна, и многие думали принять участие в походе по открытию новых земель. К нашему походу присоединились различные парни, которые любят приключения и адреналин. По прибытию на китайскую землю мы нашли местечко для своего поселения, где каждый начал заниматься своим ремеслом. Оказалось, многие русскоговорящие гильдии отправились в путешествие на китайскую землю за приключениями. И мы не знаем, как будет слаживаться наша история в этом путешествии, уйдут все разногласия между русскоговорящими гильдиями и как закончится наша экспедиция на земле китайской. Как нам сообщили, каждая гильдия воюет против китайцев, и китайцы превосходят в численном преимуществе. Наш опыт превосходит китайцев. Хоть у них клинки острее, наш боевой дух доказывает, что мы сильны, и это доказано в боях. Столица идет полным ходом, и каждый пытается защититься от китайской орды и успеть вооружиться и обучить новобранцев. И вот китайцы пришли на поселение к нашим соседям, где хотели они установить аванпост. Наша первая атака прошла неудачно, и нам пришлось отступить. Вторая наша атака прошла успешно, и мы успешно отбросили врага. Thank you.
попадаешь, не тебя. Не, попал. Ты отхожу, у меня мало хп. Бля, наш опять отходишь? Ребятам, тем, кто посмотрел это видео и поставил лайк, и кто подписался на мой канал. Всем спасибо большое за просмотр.